собрались в Карпаты. Красиво? Красиво. Это сумка с едой, с веганской. Что значит быть веганами? Едем в горы налегке. Андрюха, садись за дорогой. Приходится бедным веганам останавливаться на трассе возле заправки и делать себе мачо, потому что не приспособлена планета для таких, как мы. Ложечку, конечно же, мы забыли. Кстати, нам надо сливки достать. Ну, так чуть-чуть, как бы, собрались. Что у нас? Базилик, укроп, соджаде. Одну на двоих? Нет. Мача. Айда. А батончики? А батончики там у нас. Вот такой вот у нас домик. Ну там меньше течения, типа, да? Такая сильно подданет. Подданет? Может быть. Ей страшно, наверное. Тебе страшно? Мне тоже. Горец. Можно было в Венсах поехать. Вкусный. И чаёк вкусный.
кайф. Даже без озера. Видишь людей там? На самой вершине. Mm-mm. Вон идут точки. Да. Ох, я сегодня буду спать. Ох ты ж! Холоднючая? Thank you.
Да. Это был мощный поход. С утра и до вечера в горах. Нон-стоп. Ноги отваливаются, тело просто разбито. Свежий воздух, природа. Ну, круто. Но больно. В общем, всем обязательно пробовать. Горы это сила. Я раньше мало очень бывал в горах, в поездках, связанных с брейкингом. Но сейчас вот решил выбраться. И это мощно. Вдохновляет, закаляет, меняются структуры, пейзажи, природа настолько разнообразная. Нужно обязательно пробовать и обязательно исследовать и наслаждаться этим.